Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Grace and peace from our Lord Jesus Christ. Я вначале прочитаю Евангелие от Марка. In the beginning, I will read from the book of Mark. 8 глава, с 27 по 29 стих. 27-28. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». Моя тема проповеди называется «А вы за кого почитаете себя?» The topic of my sermon is «Who do you consider yourself as?» Да-да, именно, вы не ослышались, себя. Yes, specifically I'm saying «Who do you consider yourself that you are?» Но прежде чем коснуться этого вопроса, я хотел бы сделать краткий обзор Евангелия от Марка. But just before we dig into that question, I wanted to do a brief summary from the Gospel of Mark. Когда-то я читал Евангелие, то есть Новый Завет, от начала по порядку до конца. There was one time when I read the New Testament in order from beginning to the end. И самая неинтересная книга для меня казалась Евангелие от Марка. And the most disinteresting book for me was the book of Mark. Мне казалось, Евангелие от Марка написано непонятным языком для меня. For me, that book appeared that it's written in a language that I cannot understand. И когда я читал, я прочитывал очень быстро и не вникал в нее. And when I would read it, I would read it very quickly and did not attempt to meditate on it. Но когда мы месяца полтора-два назад изучали синоптические Евангелия, but about a month and a half ago or so, when we were studying the Gospel of Мне показалось, что Евангелие от Марка — это самое лучшее Евангелие. It appeared to me that the book of Mark is the best book that's written. Знаете, почему оно для меня показалось так? Do you know why it appeared to me that way? Во-первых, это Евангелие было написано самым первым из всех Евангелий. First of all, that was the first gospel that was written. А во-вторых, когда Марк писал это Евангелие, and the second of all, when Mark was writing that gospel, у него была одна основная цель. He had one main purpose. И все, кто будут читать это Евангелие, and everyone that will be reading that gospel, чтобы все поняли, что Иисус Христос есть Сын Божий. That everyone must understand that Jesus Christ is the Son of God. И давайте вот посмотрим, как Марк описывает эту цель. So let's describe how Mark describes it. Он с самого начала своего Евангелия, from the very beginning of his gospel, с первой главы, первым стихом, from chapter 1, verse 1, показывает всем основную свою цель. He displays to all his main purpose. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Но самое интересное было для меня, but the most interesting that was for me, как евангелист Марк раскрывает эту тему. How gospel Mark, he describes this topic. Он в первой главе опускает его рождение, подростковый возраст. Он начинает с самого главного. In the beginning from chapter 1, he skips on his birth, his teenage years, and he starts with the most important. Он описывает, как Иисус Христос, выходя на служение, пришел к Иоанну Крестителю креститься в Иордане. So he describes when Jesus began his ministry, he came to the river Jordan to John the Baptist to be baptized. И когда Иисус Христос, крестившись, вышел из Иордана, and after Jesus was baptized and he came out of Jordan, Иоанн увидел Духа, сходящего, как голубь. He saw the Spirit that was descending upon him as a dove. И в этот момент был голос с неба. And in that moment there was a voice from heaven.
обращающий к Иисусу Христу. The one who is turning to, directed towards Jesus Christ. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. You are my beloved son with I am well pleased. После этого Марк описывает служение Иисуса Христа. And after that, Jesus describes the ministry of Mark describes the ministry of Jesus Christ. Иисус Христос ходил по городам и селениям, проповедуя Евангелие Царства Божьего. Jesus was walking from towns and villages preaching gospel. И когда Иисус ходя, он исцелял больных. And as Jesus was walking, he would heal the sick. И когда он ходил, то нечистые духи, видя его, прибегали к нему. And when he was walking, unclean spirits saw him, they would run up to him. Падали пред ним и кричали. Would fall down, bow before him, and would cry out. Ты сын Божий. You are the son of God. Эта история написана в третьей главе, а в пятой главе Марк пишет такую историю. That story was written in chapter 3, but in chapter 5, Mark writes the following story. Когда Иисус Христос с учениками проходил страну Гадаринскую, when Jesus with his disciples would walk through the country of Gadara, в этой стране жил человек бесноватый. There was a man that lived in that country that was demon possessed. И он жил в гробах. And he lived in tombs. Когда его ловили, его сковывали цепями. When they would catch him, they would bind him with chains. Он разрывал эти цепи. But he would break those chains. И когда Христос шел через эту страну, and as Jesus would walk through that country, то этот человек прибежал к Иисусу Христу навстречу. So that person ran up towards Jesus. И что он говорит? And what is he saying? Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? What have you to do with me, Jesus, Son of Most High God? После этой истории, so after that story, Иисус с учениками шел в одно селение. Jesus with his disciples would walk to one town. И он ученикам задает вопрос. So he's asking disciples a question. За кого люди почитают меня? Who do people count me or consider me who I am? И обратите внимание, как отвечают ученики. And pay attention how disciples answer. Люди одни думают, что это Иоанн Креститель воскрес. Some people think that was the John the Baptist that resurrected. Другие думают, что это Илия. Some think that that is Elijah. А иные думают, что это один из пророков. And others, they think that he's one of the prophets. Но заметьте, что никто из них не думает, что это Сын Божий. But you may notice that none of them think that he is the Son of God. Бог почитает Иисуса Христа Сыном Божьим, когда Он выходил из Иордана. God considers him as the Son of God when he was coming out of Jordan. Весь духовный нечистый мир почитает Иисуса Христа Сыном Божьим. All of the spiritual unclean world considers him as the Son of God. А люди почитают Иисуса Христа за кого угодно, только не за Сына Божьего. But people consider him as anyone else but except Son of God. Он тогда спрашивает учеников: а вы за кого почитаете меня? So he is asking disciples, who are you considering me as? И Петр отвечает за всех учеников: ты Христос. And Peter, he answers on behalf of all of the disciples that you are Christ. Заметьте, если кто знает Библию, во всех Евангелиях этот эпизод написывается, что Петр сказал, что ты Христос, Сын Божий. If you pay attention with all episodes that he said that you are Christ, Son of God. А Марк почему-то не написал об этом. But Mark for some reason did not describe it that way. Возможно, ученики не почитали его за Сына Божьего. Maybe disciples did not consider him as the Son of God. Христос — это в переводе Мессия. Christ is in a translation that means Messiah. Петр в лице всех учеников почитали его как за Мессию. Peter, on behalf of all disciples, considered him as a Messiah. Но Марк пишет, что они не почитали его как Сына Божьего. But Mark writes that they did not consider him as the Son of God. После этого, after that,
Иисус берет трех учеников и идет на гору. Jesus takes three disciples and he goes up onto the mountain. И там он преображается. And he is being transfiguration. Сила Царства Божия в проявлении во своей славе спустилась на землю. The power of kingdom of God is displayed itself, came down to the earth. И Моисей и Илья беседовал с Иисусом Христом. And Moses and Elijah, they had a discussion. Вот эта атмосфера присутствия Царства Божьего. And the atmosphere of the presence of the kingdom of God. Ощутили ученики свои его. Disciples, they felt it. И они почувствовали и говорят Иисусу Христу: нам здесь хорошо с тобой, давай сделаем три кущи. And he said that it's good for us to be here. Let's make three statues. Потому что они пережили такое, что не могут объяснить, и говорят, что нам здесь хорошо. Because they've experienced something they cannot describe, but the only thing they can say that we feel so good here. И в этот момент голос из облака. And in that moment there's a voice from the cloud. И обратите, кому он обращен, этот голос. And notice who this voice is directed to. К ученикам, которые не почитали его за Сына Божьего. It was directed to the, towards the disciples that did not consider him as the Son of God. И что говорит Бог? What is God saying? Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. This is my beloved Son, listen to him. Но Иисус Христос, спускаясь с горы, запретил ученикам говорить это. But as Jesus Christ would come down the mountain, he forbid disciples to say about it. Заметьте, Бог дважды, обращаясь, говорит, что это Сын мой. If you notice, God two times he pays attention and says, "This is my Son." Духовный нечистый мир дважды написано, что признает его и почитает за Сына Божьего. Spiritual and unclean world twice they acknowledge that he is the Son of God. Марк пишет здесь, подчеркивает, но люди не почитают его за Сына Божьего. But Mark underlines and writes that people do not consider him as the Son of God. Единственное место, где его признали как Сына Божьего. The only place where they acknowledge him as the Son of God. Это когда Иисус Христос на Голгофе висел, умирал. Is when Jesus was laying on the cross dying. И в лице сотника, который стоял рядом. And in the face of centurion that was sat next to him. Видя сотни, а возможно и тысячи смертей. He saw hundreds, possibly thousands of deaths. Он увидел в Иисусе Христа Сына Божьего. He saw in Jesus Christ the Son of God. Только на кресте человек признал его Сыном Божьим. Only while on the cross a man recognized him as the Son of God. Он, видя смерть, он сказал такие слова. While seeing that, he said the following words. Истинно, человек сей был Сын Божий. Truly, this man was the Son of God. Давайте оставим эту историю, а коснемся нашего вопроса с вами. Let's leave this story behind and let's return back to the question in regards to us. А вы за кого почитаете себя? Who do you count yourself as? На первый взгляд, этот вопрос, возможно, скажет для кого-то покажется сложным. At first sight, to some, this question may seem difficult. Кто-то подумает, что это философский вопрос. Some may think this is very philosophical question. Многие религии в этом мире задаются таким вопросом. Many religions in this world, they also ask the same question. Кто я? Откуда я? Who? Зачем я? Куда я? Who am I? Where I'm from? Why I'm here and where I'm going? Знаете, этим вопросом даже задавался сам царь Давид. Even King David questioned, he had the same question. Он в своем 8-м псалме, 5-м стихом задает такой вопрос. Psalm 8:5, he says the following question. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Вы когда-нибудь задавали вопрос своему мужу или жене, возможно, друзьям, близким, родным, а за кого вы меня почитаете? Have you ever considered asking maybe your spouse, your friends, relatives, who do you consider me as? Я думаю, есть здесь люди в порыве гнева задают такой вопрос: а вы что, меня за дурака считаете? And some may sit here and ask, what do you consider me as a fool or what? Но вот
Если вы морально, психологически не готовы к такому вопросу, вернее, ответу. And if morally and psychologically you're not prepared for this answer. Потому что задавая вопрос мужу или жене или друзьям, можно услышать очень-очень интересный ответ. While asking a spouse or friends, you may hear very interesting answers. Но Иисус Христос не боялся задавать такой вопрос. But Jesus was not afraid to ask such question. Он ученикам задавал такой вопрос: а за кого люди почитают меня? So he was asking disciples, who do people consider me as? Я думаю, наверное, мало людей таких, которые задавали такой вопрос. I think it's very few people that would ask such question. А вот вопрос насчет относительно себя. Задавали ли вы себе вопрос: а я за кого почитаю себя? And what about myself? Have I ever considered asking myself, who do I consider me as? Возможно, кто-то здесь сидит и думает: а зачем я должен себе задавать вопрос? Maybe there's someone here that's sitting and thinking, why must I ask myself who I am? Я есть тот, кто я есть. I am the one who I am. Зачем мне считать еще себя за кого-то? Why should I consider myself as someone? Но позвольте задать вам вопрос. But please allow me to ask you a question. Когда вы ходили в школу, за кого вы себя почитали? When you were going to school, who do you consider yourself as? Школьником. As a student. Когда вы ходили в училище или в институт, за кого вы себя почитали? When you went to institute or university or school, who do you consider yourself as? Студентом. Disciple. А когда вы были молоды, без жены или без мужа? What about when you were young, before you got married, before you had your spouse? За кого вы себя считали? Who do you consider yourself as? Холостяком. As a single. А когда вы женились, за кого вы себя считаете? But what about after you got married? Who do you consider yourself as? Мужем. As a husband. А когда дети появились, кем вы себя считаете? But what about when you have kids? Who do you consider yourself as? Отцом. As a father. А если внуки появятся, кем вы себя будете считать? But what about if you have grandkids? Who will you consider yourself as? Дедушкой. As a grandpa. Если вы работаете на стройке, кем вы себя считаете? If you're working at a job, who do you consider yourself as? Строителем. As a builder. А если вы водите большой трак, кем вы себя считаете? What about if you're driving a big semi-truck? Who do you consider yourself as? Водителем. As a driver. Если вы стоите за кафедрой и проповедуете, кем вы себя считаете? If you're standing before the pulpit and preaching, who do you consider yourself as? Проповедником. As a preacher. А если человек служит всей церкви, кем мы его считаем? But if a person that serves the whole church, who do you consider as? Служителем. As a minister. Так позвольте задать вам вопрос. So allow me to ask you a question. За кого мне вас считать? Who should I consider you as? Если ваше я настолько изменчиво от времени, if your I is so separate from от положения, от времени, based on time or your position, или от обстоятельств, or whether it's of circumstances, так кто же вы на самом деле? So who are you really are? Вот давайте разберемся с этим вопросом. So let's try to find out with this question. Я дам только направление, размышление в этом направлении, маленькое направление. I will only give some small direction in order so you can discern and think about it. В таком большом и огромном вопросе. In such a huge and great question. Давайте с вами вспомним знаменитую проповедь апостола Павла. Let's remember the very famous sermon of Apostle Paul. Это записано в Деянии апостолов, 17 главе. It's written Acts 17. Где апостол Павел в Афинах, where Apostle Paul in Athens, стоит среди Аэропага, he's standing in the midst of Aeropod, и производит свою знаменитую речь. And he's proclaiming his very famous speech. Я возьму всего лишь процитирую выдержку из его проповеди. I will only repeat just a small part from his sermon. И он говорит такие слова. And he says the following words. Как некоторые из ваших стихотворцев, as some of you, those who put those poems in place, говорили, мы его и род. You would say we are the generation of it. И он подчеркивает такое
таким вопросом. Итак, so he underlines with such question, and so, мы, будучи родом Божьим, we, while being the generation of God, вдумайтесь в эти слова. Мы, будучи родом Божьим, being then God's offspring, у вас мурашки по коже не идут от этих слов? Do you have goosebumps when you hear these words? У вас внутри там ничто не пляшет, не взыграло от этих слов? Inside there's something stirs up or plays out. От мысли того, кем мы являемся Богу. Just from the thought who we are to God. Если вы равнодушны к этим словам, if you're careless towards these words, ущипните себя, живы ли вы или нет. Why don't you pinch yourself if you're alive or not? Ведь трудно представить или вообразить. It's hard to imagine. Здесь кому мы являемся и кем мы являемся. Here it describes who we are. И если ты живой духовный человек, if you're a living spiritual person, ты должен сейчас ерзать на стуле от этой новости, you must be moving in the chair от этой радости. Кем ты являешься Богу? Who you are to God. И кем Бог для тебя является? And who God, я еще раз повторю. Мы, будучи родом Божьим. Аллилуйя, слава Богу. Это не я сказал. Я повторяю знаменитую проповедь апостола Павла. It is not I who said it, but this is the famous sermon of Apostle Paul. Если вы еще не до конца понимаете, что значит быть родом Божьим, if you do not fully comprehend what does it mean to be offspring of God, я немножечко приведу пример из мира животных и людей. I want to bring an example from animal world and the world of people. Вы знаете, что есть породистые собаки? There have certain dogs. Когда мы выбирали себе породистую собаку, я узнал, что в Америке она стоит приблизительно 2-3 тысячи долларов. When I was selecting certain dogs, I found out that in America it's worth about $2,000 to $3,000. Но когда породистая собака имеет хорошую родословную, but if that famous dog has a famous offspring, то цена в 10, в сотни раз увеличивается. Then the price would be 10 times, 100 times more. Я разговаривал с братом, он говорит, что у него есть знакомые, которые продают собак за 30 тысяч долларов. I've spoke with someone that I know that they know someone that's selling dogs for over $30,000. Но я зашел в интернет и посмотрел, за сколько продали самую дорогую собаку. I went into internet to try to find out what was the most expensive dog that was sold for. $1.5 million. $1.5 million. Мы ездим на собрание по дороге, а вокруг нас много полей с загороженными забором. We're driving to church and around us we see a lot of fields that have fence around them. И в этих многих местах пасутся лошади. In many of those places, you can see horses at a pasture. Я поинтересовался, здесь лошадь можно купить за 5-6 тысяч долларов. I've got interested, you can purchase a horse for about $5,000-$6,000 here. Но вы знаете, за сколько можно купить породистую, родословную лошадь? But you know how much you can purchase the very famous offspring's horse for? Цена увеличивается в тысячи раз. The price increases by 1,000 times. Одного жеребца по имени, по кличке Green Monkey, one of the horses by the name of Green Monkey, продали за 19,200,000. They sold it for $19,200,000. Этот жеребец не принес хозяевам ни одного положительного приза. And that particular horse did not brought any prize to that owner. Не выиграл ни одной скачки. He did not win any race. Так почему же она стоит баснословные деньги? So why is it worth such crazy money? Потому что у нее хорошее родословное. Because it has a good offspring. А что это значит? Мамка и папка были трехкратными чемпионами в различных скачках. So that means that mother and father, they were three-time champion. А что говорит нас с вами, людей? So what about in regards to us, people? Сейчас, конечно,
Родословие очень сильно смешалось и стало непонятно для многих людей. Right now the offsprings got mixed so much, and to many it's not understandable. Но мы читаем, в израильском народе были родословия. But as we read in the book of from his Israel, they had offsprings. Был царский род. There was a king's. Священнический род. There was a priest. Левитский род. Levite. Были князья, знатные люди. Very different princes and very well established people. Когда некоторые люди, цари, понимали, что значит престижный элитный род. When some of the kings, they understood what is very respectful offspring. Сегодня косвенно упоминали об одном человеке, царь Навуходоносор. Today very briefly was mentioned about the king Nebuchadnezzar. Когда он пришел завоевывать Израиль и Иерусалим, when he came to attack, take over Israel and Jerusalem, он в первую очередь забрал всех людей из царского и знатного рода. First of all, he's taken away all of the people from king's offsprings. Людей из простого рода он не трогал. People from simple people he did not take. Давайте вспомним нашу славянскую историю с вами. Let's recall our Slavic history. Когда-то в славянском роде были цари, князья, дворяне, бояре и крепостные крестьяне. There used to be amongst the Slavics different kings, priests and princes and many famous people. И когда цари выбирали для своих детей жен или мужей, and when kings would elect wives and husbands for their kids. Они выбирали из царского рода, чтобы были дети. They would have to elect it from the king's offspring, so that. Чтобы не смешивалась кровь, чтобы была голубая кровь. So not to mix the blood. Но пришел Советский Союз, все это смешал родословие и уничтожил царский род. But former Soviet Union came and mixed everything together and got rid of the king's offspring. Но я вспоминаю, все равно люди искали своих потомков, а нет ли в моем роду дворянского рода происхождения? But people would seek after their generations, do I have any offsprings from the king's side? Как сейчас, здесь, среди моего окружения, я замечаю, что начинают искать в своем роду, нет ли же евреев в моем роде. And now many are searching, do I have any offsprings of Jewish in me? Я думаю, наверное, некоторые из вас не против были бы родственниками Биллу Гейтсу или Рокфеллеру. Maybe some of you would not mind being relative to Bill Gates or some other famous people. Хотя Америка, она стерла эти грани родства. Even though America, they wiped out these offsprings. Но как-никак мы понимаем, что значит род. But besides all of that, we may understand what is offspring. А вот теперь подумайте, now just think about it, что мы являемся родом Божьим. That we are offsprings of God. Мы не просто из рода каких-то богатых и знатных людей. We're just not offsprings of some famous noble people. Мы являемся потомками самого Бога. We're offsprings of God himself. Родоначальник наш Бог. The beginning of the all generation for us нам, is God. Нам пытаются внести в нашу голову, что мы являемся потомками Адама. They attempt to plant in our mind that we are offsprings of Adam. Унаследовали генетический код от него. We inherited the genetic code from him. Но вы знаете, что ученые сейчас доказали, что в нашей крови есть генетический код ДНК. But scientists proved that in our blood we have DNA. И в нашем ДНК есть ДНК самого Бога. In our DNA we have DNA that's from God. Это ученые доказали. Scientists have proved it. Но вы знаете, что они опаздывают на несколько тысяч лет. But you know they are late for a few thousand years. То, что записано в Библии, было сказано и подтверждено это. What's written in the Bible was spoken of and confirmed. Что мы являемся родственниками или родом Божьим. That we are relatives or offsprings of God. Внимательно посмотрите на свои руки. Carefully look in your hands. В них есть вены. They have veins in them. А по венам течет кровь. And there's blood that flows through the veins. В крови есть генетический код ДНК. In blood you have a DNA.
И вы внимательно вдумайтесь, что по этой вене течет кровь самого Бога. И от осознания этого мурашки по телу. And just to understand that, хочется подпрыгнуть, воскликнуть, слава Богу. You just want to get up and что мы не только унаследовали генетический код Адама, that we did not inherit just genetic, но мы унаследовали ДНК самого Бога. But also we inherited DNA of God himself. Об этом даже подтверждает и пишет Евангелист Лука. Even of this Luke confirms and he writes. Третья глава. Chapter 3. С 23 стиха. Verse 23. Написано: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф, сын Илиев. Всех я перечислять не буду. Возьму 38 стих, самый первый. Еносов, сын Сифов, сын Адамов и сын кого? Божий. And he underlines that he was son not just of Adam, but also son of God. В нашем сознании вот этот промежуток Божий и Адамов стерли. In our mind, this distance between God and Adam that got erased. Ученые нам пытались доказывать, что мы произошли от обезьян. Scientists, they attempt to prove that we came from monkeys. Проповедники нам говорили то, что мы унаследовали генетический код Адама. Preachers attempt to describe that we inherited DNA from Adam. Но вот этот промежуток между Адамом и Богом почему-то мы забыли. But that distance between Adam and God, for some reason, we've forgotten. Кто-то был заинтересован стереть в нашей памяти и сознании, что мы являемся потомками самого Бога. Somebody attempted to erase in our mind that we are offsprings of God. И когда мы понимаем и осознаем, наша жизнь бы шла, текла бы по-другому. And if we would understand and know, our life would flow differently. Вот представьте, если в вашем сознании было стерто то, что вы потомки Адама. Can you imagine if it would be erased in your mind that you are offsprings of Adam? А то, что вы сами родословие потомки самого Бога. But besides that, you are offsprings of God. Изменилась бы ваша жизнь сейчас бы? Would your life change right now? Как бы вы мыслили по-другому? How differently would you think? Говорили по-другому? How would you speak differently? Вели себя, поступали по-другому? You would behave and act differently. Зная, что вы потомки самого Бога. Knowing that you are offsprings of God himself. Вы дети царя царей. You are children of King of Kings. Вы дети царственного священства. You are children of priesthood and priests. Когда в вашем сознании утвердилось и укрепилось это понимание, when in your mind got confirmed this understanding, наши поступки, слова, отношения друг к другу в корне бы поменялись. Our behavior, relationship towards each other would change in the roots. Но Бог Духом Святым хочет сегодня сказать именно это. But God with the Holy Spirit, he wants Он хочет вытереть сознание this. Греха. Вытереть сознание греха в нашей he голове. Wants to erase the, acknowledgement of sin. Он хочет сказать, что вы дети мои, сыновья мои. He wants you to know that you are my sons and my kids. Вы не просто временное я, неизвестное, которое от времени меняется. You're not just temporary I that changes from time. Ваше истинное я, оно вечно и неизменно. But your true I is eternal and unchangeable. Но для многих людей это загадочно. But for many it's a mystery. И если тот, кто еще не понимает и не осознает свое сыновство Богу, если вы не признаете и не почитаете себя сыном Божьим, if you do not consider yourself as a son of God, вам нужно прийти к Голгофе, на крест, you must come to Calvary on the cross. Где человек признает Иисуса Христа Сыном Божьим. When a person acknowledges Jesus Christ as Там the Son и of God, вы свое сыновство признаете только лишь на кресте во Христе Иисусе. And you as well will receive your sonship there on the cross. Наше начало, духовное рождение именно берется на кресте. Our beginning, our spiritual birth когда, takes place on the cross. Когда Христос умирал, вытекала кровь и вода. When Jesus was dying, he was flowing with
with the blood and water. Когда человек рождается в роддоме, вытекает кровь и вода. When a person is being born in a hospital, there's a blood and water. Это свидетельство рождения человека. It is the testimony of a birth of a person. На кресте вытекала кровь и вода. Это знак свидетельства рождения Сына Божьего. On the cross there was a blood and water was flowing, sign of a birth of. Но поистине Сын Божий проявляется, когда воскрес из мертвых. But truly, Son of God is being displayed when He resurrected from the Нам dead. Нам нужно некоторым родиться свыше, чтобы познать, что я действительно Сын Божий. To some of us, we must be born again to умереть для греха to die for sin, и воскреснуть для новой жизни, оправданной. For new life that's justified. И сегодня есть эта прекрасная возможность. And today there's a, this не только услышать это, not just to hear about it, но это принять веру и ощутить присутствие Божие в тебе. But to accept it with faith and just experience this feeling inside of you. И что ты действительно являешься истинное твое я, Сын Божий во Христе Иисусе. And that you truly are the Son of God in Christ Jesus. Мы на этой неделе все благодарили Бога за то, что у нас есть на столах наших. Throughout this week, we were thanking God for everything that we have on our table. Что у нас есть жена, дети, родственники. That we have wives, children, relatives. Это был день благодарения. It was a Thanksgiving day. Но мне бы хотелось сегодня встать на наши ноги и поблагодарить Бога за то, что мы сыновья Бога. But I would also want us to stand and thank God that we are sons and daughters of God. Что Бог является родоначальником моего родства. That God is the beginning of my offspring. Что мой Он Отец, и притом Он любящий. That He is my Father, and besides that, He is a loving Father. Вас Бог почитает сыном Божьим. God considers you as a son of God. Духовный весь мир почитает вас как сыновья Бога. A spiritual world considers you as a son of God. Но только человек сомневается в своем происхождении. But only man himself has a doubt in his creation. И Бог хочет Духом Святым просветить очи сердца нашего. And God with the Holy Spirit, He just want to shine through our eyes. Чтобы мы поняли, кто я. So I would understand who I am. От осознания, кто я. And just by knowing who I am. Мы будем говорить как цари. We will speak as kings. Мы будем себя вести как цари. We'll behave as kings. Мы будем думать по-другому. We will think differently. Давайте встанем на наши ноги и возблагодарим Бога за это. Let's stand to our feet and thank our Lord. Yeah.